представителем израильской разведки неким Ариэлем Маромом, который рассказывает, что евреи в США, еврейская диаспора, уже подписали соглашение о том, что на территорию Белгородской, части Курской, Херсонской области и Крыма будет переведено, будет переселение порядка около от 8 до 10 миллионов евреев, граждан Соединенных Штатов Америки. Белгородская область будет передана в аренду на 99 лет представителям бизнеса еврейской диаспоры из Техаса. То есть такое соглашение уже есть. А граждане, которые, как они сказали, лишние, то есть планируется масштабное уничтожение просто мирного населения с той целью, чтобы просто люди из Белгородской области переехали жить в Сибирь. То есть всех будут переселять за Урал. Все здания, девятиэтажки, все высотные здания, они будут уничтожены бомбежками, и там будут строиться кибуцы. А население, именно русское, оно будет выдавливаться в Сибирь за Урал. Кстати, напомню, в свое время Шойгу заявлял, что в Сибири надо построить 8 городов. И вот это население будет заниматься строительством городов.